Пятый класс, 11 серия. Четно или нечетно значение суммы натуральных чисел от 5 до 200 включительно. Четность суммы зависит от числа нечетных слагаемых. Если число нечетных слагаемых четно, то сумма четна. А если нечетно, то сумма нечетна. Нам осталось выяснить, сколько же вот в этом ряду будет нечетных слагаемых. Если бы этот ряд начинался с наименьшего натурального числа, с единицы, и заканчивался числом 200, то нам было бы очень легко определить, сколько четных и сколько нечетных. Идет чередование четное и нечетное. Значит, у нас было бы 100 четных и 100 нечетных чисел, если бы от единицы до 200. Было бы 100 четных и 100 нечетных. Нас интересует число нечетных слагаемых вот в том ряду, который в условии задачи. В этом ряду нечетных чисел будет меньше на 2, потому что здесь не будет числа 1 и числа 3, которые имеются вот в этом ряду. Значит, число нечетных слагаемых будет не 100, а меньше на 2, потому что не будет единицы и не будет тройки. Значит, число нечетных слагаемых 98. Если число нечетных слагаемых четно, то значение суммы четно. Ответ четно.